Меня зовут Инна, мне 29 лет, и с 11 класса, с 18 лет я пользовалась контактными линзами. Страшно надоело за все эти годы каждый день снимать и надевать. Также это причиняло дискомфорт, потому что длительное ношение линз уставали глаза. Очками пользуюсь последний год, вот, тоже ужасно мешали, и решилась на операцию, потому что веду активный образ жизни. Хочется бегать, нырять, залазить на самые высокие горы, чтобы ничего не мешало, поэтому обратилась в клинику «Новый Зор» по рекомендации своих подруг. Несколько подруг сделали здесь эту косметическую процедуру, абсолютно остались довольны. Кто-то использовал такой же, как я, фемто-ласик, кто-то использовал просто ласик, и все равно довольны результатом. Просто период восстановления был немножко длительным, но на самом деле сама процедура практически безболезненная, небольшой дискомфорт только причиняла давление, какие-то вот, расширителя глаза или давление приборчиков на глаз, но никакой рези, ничего, это абсолютно было безболезненно. Несколько часов помучилась с ощущением жжение в глазах, но после по истечению 4-5 часов абсолютно хорошо себя чувствовала. На сегодняшний день зрение подняли от ниже 5%, сегодня у меня 100% зрение. Очень рада, довольна, когда только что врач меня обрадовал этим. Благодарю работников этой клиники, очень все было слажено, все хорошо, и видно было, что это профессиональная работа, не раз проделывалась эта операция, поэтому все в курсе и абсолютно уверены в своих действиях. Большое спасибо.